Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». Сегодня, как и каждый день, мы посмотрим советы Таро на день грядущий, на завтра. Посмотрим, что может произойти и, конечно, как же избежать стресса. Ведь стресс – это главное, что всегда мучает нас. Завтра будет очень много ситуаций, в которых вам будет казаться, что за вами следят. Ну, это может быть на работе, если вы что-то делаете, может быть, что-то важное делает, так вышестоящие будут смотреть и наблюдать за тем, как вы это будете делать. Для личных отношений, если вас интересует мужчина, это может быть или женщина, то увидите комментарии, лайки в соцсетях. Также для некоторых из вас, вот вы закончили какой-то проект, вы что-то заканчиваете или закончили, и на вас обратят внимание. Вот я смотрю, что фокус внимания завтра будет на вас. Это будет вас немножко удручать и наводить на какие-то мысли. Вы будете много думать и анализировать, почему это происходит. Ну вот больше я здесь, конечно, вижу именно наблюдение за ходом какой-то работы, за ходом какого-то действа. И это не значит, что это плохо, ведь это может быть еще, если вы работаете где-то, может быть, кто-то из вышестоящих и наблюдает за вами, чтобы и повышение вы могли получить, и бонус какой-то получить. Вот в этой ситуации, что я вижу здесь, наблюдение не негативное, а наоборот позитивное. Единственное, что это вам будет не очень нравиться, потому что вы будете это чувствовать и, может быть, даже видеть. Ну, я вот и сказала, что это хорошее наблюдение, что это именно даже для некоторых из вас признание. Если у вас свой бизнес, то какой-то из клиентов будет вас рекомендовать, рекламировать, и вы увидите именно результаты или ваши, кстати, это может быть и ваша реклама, может быть, вы будете себя рекламировать, и вы уже в этот день увидите результаты своей рекламы, улучшение ситуации в бизнесе, улучшение ситуации на работе, кстати, и для тех, кого интересуют отношения и улучшение отношений, но только при вашем правильном поведении по отношению к партнеру или к партнерше. Сейчас я говорю об отношениях между мужчиной и женщиной. И, конечно же, стараться не принимать штыки, даже если что-то вам не нравится, не подходит. Принимать штыки вам, ну, нельзя сказать, что поможет, это может вывести на скандал, а решить все можно разговором и, конечно, озвучиванием, что же вам нравится, а что же вам не нравится. И по этой карте, если говорить на более длинное расстояние, именно время, то ждет улучшение уверенность в себе из того, что будет происходить в этот день, несмотря на то, что, я же говорю, будете вот как под наблюдением себя чувствовать, уверенность будет, значит, все вы сможете сделать правильно, уверенно и в пользу для себя.